не уследили. По итогам 2015 года количество преступлений против детей в Самарской области возросло на 9,3%. По мнению областной прокуратуры, с одной стороны, причина такой статистики – недобросовестность представителей закона, которые на проблемные семьи зачастую смотрят сквозь пальцы. За свою халатность 756 должностных лиц уже понесли дисциплинарные наказания. С другой стороны, люди стали меньше бояться и стесняться своих и чужих семейных проблем. В итоге количество обращений в надзорные органы – выросла. Когда в районе все нормально с той же с вопросами взаимодействия, случается как раз чаще выявляется. Поступает ребенок в больницу или учительница увидела, что у ребенка синяк. Вот по закону они обязаны сообщить в органы. Иногда просто, мало ли, может, стукнулся, да, такое бывает. А мы говорим о том, что не надо так относиться. Надо увидел, сказал, остальное не ваше дело, разберутся.